Открытое акционерное таварыство «Витебскхлебпрам» освоило выпуск армейских галет. Про это поведомили подчас визиту на предприемство старшини облвыканкама Миколая Шарснева. Специфичный вид печенья заменяет хлеб и может заховываться довольно долгий час. Выпуск армейских галет наладили по заказу Министерства обороны Российской Федерации. Первую пробную партию у 30 тонн отгрузили у конце 2016 года. Зараз идея заключения контракта на дальнейшие поставки. Галеты на предприемстве готовят по специальной рецептуре у отповедности с российским державным стандартом и фасуют у порционную упаковку. Усяго открытое акционерное товариство «Витебскхлебпрам» сегодня выпускает несколько десятков хлебобулочных и кондитерских выработок, у тым лику печенья.